понятия не имею. Говорят, эпидемия вышла из-под контроля и распространяется по всему острову. У меня в Кендерсе не семья. Ни одна скотина не говорит, что это там происходит. Если не попросится, то стоит жертвам в карантин. Зачем отдали нам приказ отбуваться? Говорят, ради нашей безопасности. Неужели поддержка всего? Как вы сбрасываете продовольствие для местных? Почему? Вперед не голод? Понятно, почему продовольствие приходится сбрасывать. Мы же заблокировали въезд. И выезд по шоссе. О, Господи! Боже мой, что ли творят? Эти психи бомбят деревню! Господи Иисусе! Люди сгорят заживо! Нельзя же так! Что они там устроили?